Злые собаки. Вот такие. Да, злобные. Почистила снег. У меня злые собаки. Вот. Правда, он идет еще. Падает снежок. Вот так вот. Что-то я запарилась, честное слово. Он хотя он и легкий, но видите, снова насыпала. У нас уже тут гора целая. Это они строят. Ладно, Буя, хватит злая ты. Все в курсе, что у нас тут злая собака живет. Все, иди. Злая, видите, какая. Вот. Тут они горочку хотят сделать. Всыплю сюда снег. Видите, снова пошел. Ой, помощницы мои. Так что, ладно, потом еще. На мету тут метелочка. Боя, пошли. Что ты с утра нервы себе треплешь? Да. С утра прям злая собака. Прямо, да. Вот такая прям злая собака, да? Такая злобная. И это носится, бегает, как сумасшедшая. Не угомонится. Вот она и дома так же. Неважно, с кем ты или сама. Одна. Неважно, с кем побегать, да? Главное побегать. Вот так вот. Лежу сейчас после снега, отдыхаю. Вот ко мне кто пришел. Не кусай его. Мама тебя тоже любит. Это ревнует, ревнивка. Пришел помурлыкать ко мне, да? У нас опять там бардак. Все как обычно, ничего не меняется. Пришел ко мне мурлыкать, моя кисочка. А это пристает. Это пристает сразу. Пришла. Мама тебя тоже любит. И кисю любит, и тебя любит. Всех мама любит. Всех. Че, не приставай. Ревнивка моя. Ревнует он. Очень ревнует. Ну, скажи, мама, я же твоя самая любименькая, да? Поэтому могу хулиганичать. Потому что я самая мамина любименькая, да? Ой, такая любименькая моя. Да. Мама тебя тоже очень любит. Вот так вот, да, моя хорошая. Жишь, кошака какого-то ласкает, да? Ишь, она мама какая. Вот она какая мама, да? Кошака ласкает, а тебя не ласкает. Это что-то там увидел птичек, наверное, в окне. Да? Вот, думаю, хорошие. Сегодня накосячила с утра, на стол забралась. Булочку украла. Вот это. Это тоже хорош. Мама ругала ее с утра. Все, прогнала кота. Джуси, мама тебя тоже любит, отстань от него. Все. Скажи, мама меня ругала, а его не ругала, да? Мама ругала, всех ругала. Там Бона тоже отдыхает. Ну все, отстань от него. Все, мамина любимая ты, любимая, все. Мальчишки последний день в школе, а я тут развлекаюсь. Он птичку какую-то увидел. Кто там, птичка? Да? Красавчик. Тоже шкодник еще тот. Каждый день игрушки вешаем на елку. Да, Левушка? Красавчик. Мамин красавчик. И что вот это такое? И зачем я чистила вот это все дело с утра? Это уже собачьи лапы, тут они уже погуляли. Вот что это такое, девочки? Я не могу, кто разрешил вот это все? Еще идет такой миленький снежок. Кошмар. Машину завела сейчас за с этим. Вот видите, что творится? Я не хочу все это чистить. А надо. О, сейчас за старшим еду уже забирать его с корпоратива. Сегодня последний день. Младшего тоже последний день. Сегодня уже сейчас заберу. Очень жизненно, да, вот это вот. Почистил, убрался. Через пару часов пришел. А тебе потом говорят, что ты орешь? Что я ору? На снег не наорешь уж, конечно. Ну, в общем и целом все понятно. Видите, еще мелкий снег такой идет. Все, что чистила с утра? Было вечером? Не знаю. В общем, сейчас буду...
погреется. Буду чистить, у нас сейчас минус 7. Такая нормальная погода. Обычно. Вот. Меня еще спрашивали про Новый год, новогодний наряд. Какой у меня будет новогодний наряд? Новогодний наряд отсутствует. Вообще. Я даже ничего не хочу. Но я сейчас очень на этой неделе устала. Поэтому, наверное, мне ничего не хочется. Вот. Ну, сейчас, может быть, за выходные что-нибудь изменится в этом плане. Ну, в принципе, если что, я ни в какие торговые центры я не ходила. Но если что, я думаю, на Ламоде закажу. Но не факт. Может быть, вообще. Ну, вот у меня есть, например, белая шелковая блузка. Может, ее одену просто и все. Ну, а макияж? Стрелочки каким-то нарисую, красную помаду. Ну и волосы завью свои. Я сейчас их туда под шапку убираю. Такая шапка. Вот это прикольно, она такая объемная. Как раз у меня сюда волосы помещаются. Не очень симпатично выглядит, конечно, но мне плевать, потому что сейчас снег идет, и у меня волосы все мокрые. И... А под... Если сюда под одежду их волосы убирать или хвост сзади делать, они у меня все вот так вот, вот сюда выбиваются. В общем, я их убираю. Короче, надоело уже все мне. Ладно, буду чистить машину. Посмотрите, ну... Бесит. Она еще же грязная там вся под этим снегом. Еще кошмар. В общем, последний рывок, поеду я. Поеду. Так, ну что, приехала я домой. Заходила вот этот магазин «Колхоз». Сейчас я самое главное отдам. А самое главное, у меня, в общем, куча покупок. Здесь и на новогодние праздники у меня. Самое главное, девочки, это вот. Вот этим подругам моим. Бона у меня на правильном питании. Поэтому, да, перед едой она всегда пьет воду. Молодец. Это нет. Купила две говяжьи кости. Одна вот такая маленькая. Так. Маленькой. Маленькой. Все, она рычит сразу. Боночки. Давайте. Так, сейчас тебе мяско отрежу. Так, кости грызут. Все отлично. Теперь показываю, значит, мясные покупки. Я имею в виду на праздники. Ну, то есть дома у меня же будет. Дома-то надо будет готовить все 10 дней, пока дома все. Вот, поэтому я закупаю. В магазин мне будет лень ехать. Ну, по крайней мере, первые несколько дней это точно. Вот, поэтому я покупаю. Значит, говяжий фарш купила. Цены, как всегда, я не помню. Я даже не хотела запоминать, честное слово. Кусочек индейки, кусочек говядины вот такой. Вот говядину помню, 650 рублей. Ну, очень хороший такой кусочек. Правда, есть жилки вот такие. Но жилки я это собакам отдаю, так что это не страшно. И купила, это форель атлантическая. Я купила три кусочка. Ну, два тут маленьких, они же еще подужарятся. И один большой. В общем, сегодня на ужин нам с мужем. Отлично. И здесь у меня еще вот такую... Она была 420, по-моему, рублей. Какая-то буженинка. Вот. Ну, было так на ней написано. Я попросила нарезать, но она мне не до конца. Вот эту жопку она мне не нарезала. Ну, ладно. Взяла такой кусочек. Ну, прилично. Здесь 600 грамм. Ну, хватит. Вот. У меня еще все время муж подкармливает котов вот этим вот. Ужасно. Касперу, в общем, всем берет себе кусочек и... В общем, ну, это такая мини-слабость. Вот. Вот такой кусочек сыра, такой что-то она мне маленький отрезала. Тут 200 грамм буквально. Она мало, конечно. Ну, ладно. Ладно. Это сыр Маздам по 819, по-моему, рублей. Что-то в этом духе. Немножко фруктов купила. Виноград вот такой вот красный. Он без косточек. Вот такой вот хороший. Написано было без косточек. Не знаю, откуда его привезли. Мандарины. Тоже женщина их очень нахвалила. Сказала, берите обязательно. Они очень-очень вкусные. В общем, взяла. И краснодарские помидорчики. И краснодарские огурчики. До сих пор они там у нас продаются. Очень вкусные. Девочки вообще обалденные краснодарские. Вот эти вот. Что огурцы, что помидоры. Помидоры вообще наивкуснейшие. И вот такой вот еще упаковочку салатика. Но салат там дорогой. В ленте он дешевле. 76 рублей вот эта упаковка. Видите, запомнила цены. Говорю, не помню ничего. Нет, запомнила. Вот, кстати, кусочек тут говядинки я уже отрезала. Котам своим. Вот.
собаке кости грызут. Вот, так что вот такие вот мясные покупки. Это сейчас все в морозилку уберу, а вот это поставлю. У меня еще рис со вчерашнего дня отваренные, вот, так что поставлю по-быстрому, потому что готовить вообще ничего не хочу. Я сейчас приостановилась, у меня рубрика готовлю на несколько дней, потому что я вообще не хочу готовить. Я очень, ну, такая, знаете, ну, как сказать, ну, уставшая, в общем, одним словом, да, такая вот после всех вот этих праздников и всего остального, поэтому ничего не хочу делать, брошу в духовку и все, салатик порезала, и все, красота. Быстренький ужин. Забыла, еще же гранат я купила. Вот, мы сегодня с сыном поедим. Едим гранат только я и старший сын. Больше никто не ест. Вот, поэтому мы с ним один на двоих покупаем. Ну, как сказать, я буду чистить, он будет есть. Как-то так. Вот. Вот такая вот рыбка у меня получилась. Не сильно она на самом деле ужарилась. Просто немножко со специями. Соль и в духовочке запекла. Вообще очень-очень вкусно. Ну, мне будет 2 кусочка. Вот, так что это у нас будет сегодня ужин. Так, у меня тут вечерний релакс. Сделала себе масочку. Читаю комментарии, отвечаю под предыдущим видео, которое я, получается, опубликовала сегодня. Да. Что хочу сказать? Хочу сказать, что у меня пропадают комментарии. Это уже не первый раз. Я уже замечаю это много-много раз. И мне пишут некоторые, что вот я там не ответила и так далее. У меня некоторые комментарии попадают в папку спам. Значит, смотрите, выяснила я тут, почему это может быть. Первое, потому что вы могли написать какие-то слова, которые YouTube воспринял как... Ой, ну, как не то что оскорбление, а как вот... Ну, потенциально недопустимые слова у него есть. Это большой список, это какие-то там расизм, насилие и так далее, и так далее. Только единственное, что у него эта система иногда глючит. То есть получается, что он некоторые безобидные слова вот в этот список. И комментарии в этой папке я вижу не сразу. То есть вот сейчас я вчера заходила в эту папку. Папка у меня называется «На рассмотрение». Туда попадают все вот эти комментарии, которые по тем или иным причинам не понравились Ютубу. Сейчас вот опубликовала комментарий, который был оставлен, то есть я нажала кнопочку «Публиковать», как бы одобрила этот комментарий, который был оставлен 2 дня тому назад. В общем, вот такая вот есть история. Так что, девочки, ну, я не знаю, что с этим делать, я не знаю, как с этим бороться. Еще есть такая фишка на Ютубе, что если вы пишете комментарий, и Ютуб вам сразу же пишет, что это для него потенциально какой-то там недопустимый, я не знаю, какими словами он это пишет, но... что комментарий уходит как бы на рассмотрение Ютуба и так далее, у него есть лимит на такие комментарии. То есть если он вас один раз предупредил, он сколько-то раз вас предупредит, потом может запретить вам вообще писать комментарии. То есть вас не блогер заблокировал, а непосредственно Ютуб какое-то время вы не сможете писать комментарии. Ну, в общем, есть. Но это вот эта история у него, с одной стороны, это хорошо, он отсеивает сразу вот... Ну, как бы, знаете, вот там комментарии с насилием, расизмом, там вот этим вот всей вот этой историей. Это очень хорошо, потому что, ну, есть, я так мягко скажу, неадекватные люди, есть, ну, как бы больные люди, да, которые вот раньше там где-то в кустах показывали, да, распахивали
пальто. Вы поняли, о чем я говорю? То есть сейчас они переместились на YouTube. Ну, не только на YouTube, социальные сети. И вот этих вот людей он как бы YouTube, получается, отсеивает. Вот, но туда попадают и безобидные комментарии. Почему-то, я не знаю, мне про собачку там написали. Почему-то пошло на рассмотрение. То есть, ну, как бы в спам попало. Ну, в общем, девочки, я не знаю, почему так происходит. Я стараюсь отвечать всем. Если я не отвечаю сразу, я, ну, стараюсь, в общем, отвечать. Вот, как-то так. В общем, сейчас делаю себе масочку и буду уже спать. Потому что я сегодня надо отдохнуть. Завтра надо будет готовить и супчик варить, и ужин готовить. Нормальный ужин. Вот. Так что как-то так. В общем, на сегодня я буду с вами уже прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно такое у меня ни о чем сегодня. Вот. Но оно было для вас интересным, полезным, может быть, в какой-то степени, не знаю. Это, кстати, у меня японская маска, я сказала, да. Вот эти японские нахер, которые заказала. Девочки, маски огонь вообще. И упаковка прикольная, они не высыхают там. Так что всем советую. В общем, всех люблю, целую, до новых встреч.